В Мирнинском районе растет рождаемость. Каждый год в местном роддоме на свет появляется примерно на 50 младенцев больше, чем в предыдущем. Родильное отделение сегодня оснащается новейшим оборудованием, но ситуацию это не спасает. В учреждении не хватает палат для мам и малышей, в здании проблемы с канализацией и рассыпается фундамент. Тему продолжит Августа Степанова. Самая большая и самая высокая. Дочь Калины Егоровой на свет появилась несколько дней назад. Малышка вторая в семье. Если решат завести третьего ребенка, говорит молодая мама, обязательно будут рожать в Мирном. Только надеяться в новом здании. Нас все устраивает, как бы все врачи, отношения врачей. Ну, хотелось бы, конечно, лучше. Хотелось бы новый роддом, чтобы новые жизни рождались в новом. Столица Алмазного края Мирный давно нуждается в современном перинатальном центре, уверены врачи родильного дома. С каждым годом здесь на свет появляется все больше малышей. И не только мирнинских, но и ленских, сунтарских и оленюкских. Мы являемся с сентября 2012 года межрайонным родильным отделением. Мы оказываем помощь беременным женщинам, роженицам, женщинам послеродовым периоде, а также новорожденным, да, из соседних, ближайших районов. Конечно, количество родов у нас увеличивается с каждым годом. Более чем за 50-летнюю историю родильного дома капитальный ремонт проводили только один раз. Да и тогда все сделать не успели. Роддом обеспечен современным оборудованием, но мест не хватает. Некоторая его часть разместилась прямо в коридорах. В палатах негде развернуться, старая канализация, фундамент рассыпается по частям. Все это является нарушением санитарных требований. Вопрос строительства нового роддома ставят жители все чаще. Проблему озвучили и на встрече главы республики с населением города. По поводу роддома в городе Мирном. Этот вопрос давно уже назрел, мы его обсуждаем, говорят, нам обещают, но каждый день рождаются больные дети. Роддом, конечно, Мирном нужен. Тем более, последние годы в среднем рождаемость в Мирнинском районе растет. Я думаю, что этот вопрос надо будет решать правительству в ближайшие годы. В Министерстве здравоохранения дают надежду. Новый роддом в Мирном обязан появиться. Точной даты начала строительства еще нет, как нет и проектно-сметной документации нового объекта. Если власти договорятся и все пойдет по плану, мирнинские мамочки захотят чаще возвращаться в роддом. Новый современный родильный дом. Августа Степанова, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».